Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Архимандрит Сафроний писал: «Молитва есть бесконечное творчество, высшее любого иного искусства или науки». Что такое молитва? Зачем нужно молиться? И как это делать правильно? Вот лишь некоторые вопросы, которые задают люди о молитве. Сегодня мы начинаем цикл программ о молитве, и на наши вопросы отвечает священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, первый вопрос, с которого хотелось бы начать. Что такое молитва? Молитву некоторые считают неким обрядом, который очень важен в религиозной жизни. Некоторые считают, что молитва – это таинство, в результате которого что-то очень важное и сверхъестественное должно происходить с человеком. Кто-то считает молитву общением с Богом, когда он встречается с Ним и может что-то выразить в своих словах и что-то услышать от Бога. Общение, конечно, для меня более близкое понятие, хотя и вопрос сверхъестественного влияния, и вопрос некого такого таинства. Это все тоже части молитвы, но все-таки самое главное – это общение. Вообще-то для меня молитва когда-то, для бывшего атеиста, была прежде всего вот обрядовая сторона любого религиозного действия. Я мало что знал о молитве, для меня это было очень далеко. Я родился в семье атеистов, и поэтому ничего не знал о религии, о церкви и в том числе о молитве. И когда я узнал о Боге, когда я понял, что есть личность, с которой можно говорить, я начал это делать, как это делают большинство людей. Я выучил молитву. Это первая молитва моя была «Отче наш» на старославянском языке. И я таким образом совершал вот этот обряд, для меня очень важный. Меня никто не заставлял это делать, мне самому это хотелось сделать несколько раз в день. Потом я начал задавать вопрос, а как же Бог отвечает? И почему Он не отвечает мне? Как-то, ну, очевидно, как-то понятно. И я, наверное, подумал, что это следствие того, что я какой-то не такой, я греховный. И поэтому я начал вместе с молитвой пытаться практиковать какой-то образ жизни другой. Но через некоторое время, когда я узнал, что Богу важно не то, как я живу, а важно то, что я есть вообще, и что Он готов меня принять именно в таком состоянии, в каком я к Нему прихожу, и уже потом, в результате каких-то взаимоотношений, Он может меня изменить. Вот тогда я начал молиться несколько по-другому. И я пережил интересные опыты в своей жизни. Я не мог себе этого объяснить никак, но тем не менее, меня не нужно было заставлять молиться. Каждое утро, когда я просыпался от пения хора. Ну, у меня был диск, на котором был записан хор христианский, и там были очень красивые произведения. И вот это было сверхъестественное нечто. Я просыпался от того, что я как будто вот в наушниках слышу на 4 голоса этот прекрасный хор. И когда я уже приходил в себя, я понимал, что это не на самом деле. Я ставил пластинку именно на этом хорале, который я только что слышал, и я начинал молиться. Мои родственники не разделяли некоторое время, довольно долгое время, моих взглядов, поэтому я это делал у себя, закрывшись в комнате. Я предупреждал их, что я занят, и они очень тактично не беспокоили меня. И вот когда я
преклонялся и говорил с Богом. Теми словами, которые вот у меня появлялись, мне объяснили, что можно с Богом говорить и так, как ты думаешь, как ты чувствуешь. То есть в свободной форме своими словами. Да, совершенно верно. Что, конечно, не отменяет и возможность прочитать какой-то псалом из Священного Писания и как-то настроиться тоже на молитву, потому что там тоже прекрасная молитва. Я начинал молиться, и я сверхъестественное ощущал переживание. Я чувствовал, как некая сила. Вот как это объяснить, несложно. Я каждый раз, когда к этому подхожу, я вспоминаю, что это ощущение, оно двоякое. С одной стороны, это радость и такое удовлетворение всего существа моего, что хочется, чтобы это длилось и никогда не останавливалось. А с другой стороны, я ощущал такой трепет, как, наверное, в Библии это можно назвать страх Божий, что я даже говорил, хватит, Господи. Но мне было так хорошо, что я хотел дальше продолжать. Вот как это объяснить? То есть сложно. Вы ощущали, что вы находитесь в присутствии Божьем? Да, хотя мне никто не объяснял, что это может быть такое. Для меня была очень большая новость. Чуть позже я увидел, что в Библии люди, которые встречались с Богом, испытывали это двоякое чувство. К примеру, Петр в лодке с Иисусом обхватывает его ноги, потому что ему хорошо с ним, но в то же время говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И вот я испытывал подобное ощущение, подобное состояние. Это было прекрасно. Мне никто не рассказывал, что нужно уединяться и делать это один на один с Богом. Я как-то это вот интуитивно понимал, интуитивно чувствовал. Конечно, мне нравилось, и когда я приходил в церковь, на богослужение, и там мы сообща совершали молитвы, когда мы пели вместе. Это тоже были интересные и довольно-таки тоже сверхъестественные опыты. Я ощущал присутствие Бога, когда молился кто-то другой. Я понимал прекрасно, что вот это прикосновение Божие, оно не зависит от того, кто молится. Оно зависит от того, насколько ты открыт для того, чтобы Бог говорил к тебе. То есть не зависит от того, молишься ли ты сам, или ты слышишь, как другой молится, результат может быть тот же самый. Ты чувствуешь, что Бог рядом. Вот это ощущение непередаваемое, оно еще проявлялось в том, что мне почему-то больше всего, когда мы были в церкви, хотелось молиться о присутствующих. Вот почему-то мне хотелось, чтобы Бог именно их благословлял, чтобы отдавал ответы на их нужды, на их просьбы. А когда я был дома, мне хотелось в молитве больше вот понять, какой Бог, почему мир вот такой. Мне хотелось понять то, что я не осознал, еще не понимал в Священном Писании. Вот. И когда я читал Нагорную проповедь, я увидел отрывок, который заставил меня еще больше убедиться в том, что вот эта встреча с Богом личная, она очень важна. Как написано в Евангелии от Матфея в 6 главе с 5 по 8 тексты, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Иисус предлагает войти в тайную комнату. Интересно, что это выражение, это слово «тайная комната» еще можно перевести вот в самую закрытую часть дома, спальню, то есть то место, куда не может войти никто, кроме мужа и жены. То есть уединение с Богом должно быть очень личностным. И когда я думал об этом, я... Вообще эти три слова, личные отношения с Богом, постарался представить себе в деталях. Во-первых, слово «личные».
мы для примера имеем личные вещи. Это не просто мои собственные вещи, потому что у меня есть дома и стул, и стол, но я даю спокойно пользоваться и тем, и другим гостям. Но вот личные вещи – это что-то такое, что я не могу позволить другому человеку взять. И вот точно так же в отношениях с Богом. Есть отношения с Богом, которыми можно поделиться, которые можно сообща как бы провести эти отношения или как встречу с Богом, молитва общественная. Но есть личные встречи, в которые никто не может как-то внедриться, как-то помешать этим отношениям, даже самый близкий человек. Потому что даже между мужем и женой есть отношения, в которые не могут войти никто. Ни дети, ни родственники. Это очень близкие отношения, которые потом формируют семью, формируют счастье в этой семье. Точно так же и отношения с Богом. Поэтому они должны быть сугубо, в том числе и сугубо личные. То есть это не значит, что наши, мои отношения с Богом всегда, в любых случаях, должны быть вот тет-а-тет, да? Конечно. Есть такие моменты, когда я какие-то свои опыты, духовные переживания могу ими делиться с другими людьми, могу молиться в присутствии других людей или с кем-то, например, вдвоем или втроем. Но есть и обязательно должна быть такая часть в моих отношениях с Богом, которая должна проходить в тайной комнате. Абсолютно верно. Причем я хотел бы подчеркнуть, что вот с этого и начинается молитвенная жизнь. Конечно, вначале очень сложно общаться с тем, кого не видишь. Очень сложно представить себе, как Бог слышит, каким образом надо строить слова. В общем, это ну, как всегда, как человек что-то начинает впервые делать, это для него сложно, необычно. Поэтому он смотрит, как это делают другие. И это нормально, что для него общественные молитвы более понятны, чем молитвы личные. Но, тем не менее, потом обязательно это должно стать главным. Личные встречи с Богом должны стать настолько первостепенными, что вообще все надо пересмотреть в своей жизни. У нас будет еще тема, на которой мы будем говорить о самой главной цели молитвы. Поэтому мы рассмотрим эту деталь очень важную. Но вот эти личные встречи, их нельзя, они должны стать на первое место, их нельзя ничем заменить. Потому что у некоторых так и происходит, когда они удовлетворены тем, что происходит, когда они вместе с верующими, но когда они остаются один на один с собой, они не знают, как общаться с Богом, как молиться Богу. Следующее, вот личные отношения. Мало войти в тайную комнату. Там нужно строить отношения. Опять, если мы возьмем какие-то ну, вопросы жизненные, когда мы только знакомимся с человеком, мы не можем с ним чувствовать себя довольно-таки раскованно, потому что мы мало знаем его, человек мало знает нас, и эти отношения, которые только зарождаются, они будут так условно поверхностными. Но если мы хотим дальше дружить с этим человеком, если мы хотим дальше сотрудничать вместе, если это работа, то, конечно же, нужно больше времени проводить и больше сфер затрагивать в этих взаимоотношениях. Вот точно так же и с Богом. Это отношения. А отношения предполагают, когда я могу с ним говорить на все темы. Буквально на все темы, которые меня волнуют. И раз это взаимоотношения, нужно уметь честно задавать Богу вопросы, что Его волнует по этим темам, которые волнуют меня, и, может быть, Его волнует то, о чем я даже не задумываюсь. И вот здесь очень важна еще одна составляющая молитвенной жизни – это Священное Писание, чтение Священного Писания. Потому что наши молитвы Богу – это наши чувства, наши мысли, которыми мы делимся. А Священное Писание – это самооткровение Бога о себе. Поэтому очень важно, когда мы делим это молитвенное общение на две части, чтобы говорил не только я, но говорил Бог.
И интересно, что несмотря на древность этой книги, потому что начинала она писаться 3500 лет тому назад, а последняя книга была написана около 2000 лет назад, я удивился, что я житель, ну, тогда еще 20 века, когда я начинал только молиться, читать Библию, я находил в этой древней книге ответы на вполне современные вопросы. Ну и как также подмечено Кельсиастом, что нет ничего нового под солнцем. В принципе, человека волнуют одни и те же вопросы. Его волнуют вопросы любви, ненависти, добра, зла, построения отношений, как решать проблемы, как решать бытовые проблемы. И все это есть в Священном Писании. Советы Библии уникальны, универсальны. Но, тем не менее, она очень личностная. Я прекрасно понимаю, что эта книга писалась людьми, которые и ведать не ведали обо мне. Они писали совсем для других целей. Но Бог так сделал, что любой человек может открыть для себя ответы на вопросы личного порядка, и это будут ответы от Господа. Почему очень важно обратить внимание на эту составляющую? Потому что не всегда наши чувства, которые мы испытываем во время молитвы или когда мы решаем какой-то вопрос, они не всегда хорошие советчики. Потому что нам часто бывает приятно то, что нам потом повредит. Священное же Писание, оно в этом плане очень честно и открыто. Бог всегда говорит то, что нужно нам, даже если нам это не очень приятно. Но Он это делает потому, что Он заинтересован в нас. Он хочет, чтобы мы не делали ошибок и не несли на себе последствия этих ошибок. И вот в личной молитве, в исследовании Священного Писания, Бог как раз этим и занимается. Он налаживает отношения с человеком, с личностью. Он, конечно, заинтересован вообще в спасении всего человечества, но для него каждый человек дорог и уникален, потому что он его создал, а создал по своему образу и подобию. А так как Бог уникален, и это отдельная тема, каждая жизнь человека, каждая мысль человека для Бога очень важна и уникальна. И вот если мы заканчиваем вот эту третью составляющую, личные отношения с Богом, то, конечно же, тема о Боге, какой Он, как Его понять, почему Он находится вне поля зрения человека, почему иногда проявляется, почему мы не всегда можем понять Его действия, Его планы. Эти и множество других вопросов, связанных с Ним, они должны быть частью, составляющей частью этих личных отношений с Богом. В этом отрывке мы также обратили внимание на некоторые предостережения, вернее, Иисус обратил внимание на некоторые, Он предостерегает нас от некоторых ошибок в молитве. В частности, Он приводит в пример две категории людей. Это лицемеры, которые, молясь прилюдно, делают это с целью, чтобы их отметили и сделали вывод, что это люди богобоязненные, и язычники, которые вообще имеют сложное представление о богах, потому что у них много богов. И если так немножко утрировано, в язычестве боги – это в какой-то степени люди, только сверх. То есть это личности с такими же недостатками. Да, у них там страсти, у них там любовь, ненависть, они воюют, они любят. Вот. И если почитать мифологию, ну, не очень приятно даже посмотреть на это. А мы люди, являемся как бы такими фигурками, пешками, которые тоже, кстати, могут туда как-то попасть или, наоборот, быть оттуда свергнутыми. Но в любом случае язычники, не зная, как поведут себя боги, они стараются, по всей видимости, как отмечает Иисус, в благословии, как-то, может быть, даже в каких-то поэтических формах, может быть, в каких-то, я назову это так, таинственных формах, расположить к себе богов. И Иисус предостерегает, Он говорит, это не нужно. Это не значит, что молиться много,
ночь напролет. Это плохо. Это не значит, что если я повторяю слова какие-то в молитве, это плохо. Нет. Но если я думаю, что именно в этих повторениях какая-то происходит перемена в Боге, вот тогда я совершаю большую ошибку. Интересно. Руслан, да. А вот здесь написано, что отец ваш, в чем, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Значит ли это, что мы не можем многократно повторять одну и ту же просьбу в наших молитвах? Например, мы молимся о наших детях, или какая-то вот нужда конкретная о здоровье, проблемы со здоровьем у нас, у наших близких. Или мы готовимся сдавать серьезный экзамен, или на работе какое-то серьезное предприятие нас ожидает. Значит ли это, что один раз сказали Богу в молитве, больше этой темы не касаемся, потому что Бог и так наперед знает обо всех наших нуждах? Это зависит от человека, конечно же. Если у человека есть вот такое убеждение, что Бога достаточно поставить в известность о своей нужде, и не нужно многократно об этом напоминать, и он так верит, то, конечно, у кого-то это так происходит. Но это не значит совсем, что если меня продолжает это тревожить, я не могу с Богом говорить. Здесь, кстати, и вы хорошо отметили, что отец, обращение «отец» подчеркнуто Иисусом. Отец – это не просто Бог, который стоит над всем и управляет, как некий великий разум, вседержитель. Отец, само слово, приближает Бога к нам. И значит, мы должны как-то приблизиться, и эмоционально в том числе, к тому, что все-таки молитва эта возносится не к просто к Вседержителю, Господину Вселенной, но к Отцу. Отцу всегда приятно, когда дети говорят с Ним. Поэтому если у нас есть переживания, причем отрицательного свойства, даже если мы имеем какие-то негативные чувства по отношению к Нему, не нужно быть лицемером, нужно сказать об этом Господу. Но при этом не нужно быть и циником. Нужно, конечно, признать, что само это отношение неправильно, и я хочу избавиться от этого. Я не знаю или знаю, почему это происходит со мной. Я хочу избавиться, потому что я хочу с Отцом иметь близкие отношения. То есть даже если мы чувствуем какую-то духовную пустоту, или мы чувствуем, что мы не можем принять волю Божью, мы не понимаем, почему так происходит в нашей жизни, и нет у нас какого-то вот желания к Богу прильнуть всей душою, но мы понимаем умом, что молиться нужно, можно просто честно сказать Богу: «Господи, например, нет сил у меня молиться, не могу об этом думать, не могу к Тебе стремиться, понимаю, что нужно, но не могу». Можно так говорить? Абсолютно верно. Дело в том, что в любом случае, даже если мы отказались от молитвы к Богу, мы продолжаем о чем-то думать. Мы продолжаем задавать вопросы самим себе, мы продолжаем сами с собой спорить. Если же мы в этот самодиалог впускаем Бога, то тогда происходит вот то чудо, которое позволяет человеку не только успокоиться, но и увидеть выход. Если это что-то такое кажется нам безвыходным, увидеть утешение от Бога. И, конечно же, это делает человека, который вот эти тревоги все испытывает, открытым даже в таком состоянии для того, чтобы Бог действовал. Потому что Бог не может без нашего согласия. Он уважает нашу свободу. Не потому, что Он не может, Он не всемогущий, но именно потому, что Он уважает нашу свободу, не может действовать, не может помогать, не может нам открывать себя. Поэтому именно тогда, когда нам не хочется этого делать, именно тогда, когда мы не чувствуем вдохновения, именно тогда, когда нам кажется, что молитва не имеет смысла, нам нужно приходить и говорить об этом Богу. Говорить, продолжать взаимодействовать. И тогда перемены будут обязательно. Я это пережил на себе. Я знаю, у многих моих знакомых были очень интересные истории, с ними происходили, которые связаны с молитвой. Но все это происходит в результате борьбы, внутренней борьбы. Извне есть борьба, есть сомнения, есть бунт у человека иногда происходит по отношению к Богу. Надо приходить, надо говорить с Богом.
Руслан, да. Простите, еще раз я вас перебиваю, да. Потому что такой вопрос, таким вопросом я задаюсь. Вот я спрашивала у вас, что нужно ли еще и еще раз как бы напоминать Богу о своих проблемах, говорить о своих проблемах с Богом. Вы сказали, что нужно, если вы чувствуете, что вас гнетет тревога в связи с этими проблемами. Может быть, в данном случае имеет смысл не говорить с Богом именно об этих проблемах, а говорить с Богом уже об этой тревоге, которая захлестнула нас. Просто, может быть, сказать так, к примеру: «Господи, я понимаю, что все в твоих силах, и ты решишь эту проблему», и назвать эту проблему. Угу. «Но от тревоги никак не могу избавиться. Вот озабоченность постоянно меня мучает. Пожалуйста, убери эту тревогу и избавь меня от этой озабоченности». Абсолютно верно. И вот это сейчас очень модное и популярное для довольно состоятельных людей новшество — обращаться к психологам. Это как раз недостаток того, что человек может то же самое сказать Богу, то же самое, что его тревожит, во всех деталях выразить Небесному Отцу, который более психолога и абсолютно бесплатно, и самое главное, действенно поможет, поможет человеку, потому что он Отец. И я абсолютно согласен, да, что тревога часто результат не самой проблемы, а результат того, что мы не понимаем, каков Бог. Это самая главная причина, одна из самых главных причин наших тревог. Вот. И даже если у нас вдруг слов не стало, мы просто вздыхаем. Священное Писание говорит нам, что даже воздыхание неизреченное Бог может перевести на понятный ему язык. Поэтому молитва очень важна. Личные отношения с Богом приближают нас к Ним, меняют. И они должны стать неотъемлемой частью нашей жизни и самой главной частью. Руслан, я благодарю вас за эту интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. В наших следующих передачах мы продолжим разговор о молитве. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас и ваших близких. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».